Rangers fan. Paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but a warm is a heart that with up all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and a high-speed flight. She's gonna Групповое проецирование. Часть вторая. Ты действительно хочешь, чтобы я рассказал тебе о любви? Ты говоришь, что любишь Раф и готов пойти ради нее на все. Даже рискнуть своей жизнью. Мне не знакомы такие чувства. И что тут смешного? Если ты заметила, я дьявол. А дьяволы не такие уж эксперты в любовных делах. Да, я знаю. Любовь невозможно объяснить. Она внутри, и она сжигает, как огонь, который никак не погасить. С тобой это тоже произойдет. Извини. Хочешь ты этого или нет? Я думаю, что это уже происходит. Я все сделала. Что теперь? Ты сделала домашнюю работу. Может быть, пора заняться ужином? Ведь мама просила тебя его приготовить. Нет! Ты поработала! А теперь отдохни. Ты это заслужила. Но мы знаем, что готовить еду весело. Я уверена, тебе понравится. Какая чушь! Это тяжелый труд. Вот есть, это совсем другое дело. Нечестно, ты меня перебил. Это жульничество. Что такое? Я слышу свои мысли? Отлично. Ты ее совсем запутал. Не волнуйся, сейчас она разберется, что к чему. Куда это ты собрался? Не трогай меня! Я его коснулась, фу! Ты с ума сошла? Как насчет вето? Правила вето не действуют при проецировании, тупица. Ну, в таком случае... Отойди-ка, я иду за Кэтрин. Ты никуда не пойдешь. Ледяные крылья! Что такое? Я не могу двинуться. Что ты сделала со мной? То, что ты заслужил. Ты же говорил, что тебе нравятся леденцы. Правда, Газ? Остынь, а я займусь Кэтрин. Папа ушел на работу. Не знаю, что делать. Если я помогу ему в мастерской, я не смогу поехать на экскурсию. Как раз тогда, когда у меня есть на это деньги. Да забудь ты про работу. Он отличный механик, сам как-нибудь справится. Но с твоей помощью он справится быстрее. К тому же ты можешь успеть все закончить до поездки. Пустая трата времени. Ничего ты не успеешь, а потом просто будешь сидеть дома и учиться. Дэниел, это неправильно. Правильно не значит хорошо. Рама, ты права. Если я останусь здесь и буду думать об этом, я чокнусь. Мне нужно подышать свежим воздухом. Идем погуляем. Победа за мной! Почему это ты так решила? Ты что, сама не видишь? Дэниел плюнул на все и пошел гулять. Ну и что? Может быть, он пойдет в мастерскую? Кабали, это еще не победа. Эй, подожди меня! Ха-ха-ха!
Сара Джейн не будет помогать этому трусишке. Она просто ждет подходящего момента. Внимание! Следующий номер 17. Это мой номер. Простите, мне нужно в туалет. Ну давай же, подбодри бедняжку. Разве ты не видишь, он вне себя от паники? Кого это волнует? Такие неженки не должны участвовать в конкурсах. Да, она идет за ним. Ура! Это ничего не значит, ангелочек. Как это ничего? Она меня послушалась. Ты же видишь, она пошла за ним. Не радуйся раньше времени. А вдруг она скажет ему, чтобы он вообще не выступал? Сейчас мы это узнаем. Еще немного. Ты за это ответишь, Микки. Нет! Газ, никогда не думала, что вид кухни тебя так расстроит. Тебе ведь не удалось убедить Кэтрин готовить ужин для гостей, правда же? Какой ты наблюдательный. У тебя были сомнения в моей победе? Кэтрин поступила правильно, и сюда уже все записано. Ты победила, потому что обманула меня. Ха-ха. А что вы, дьяволы, всегда говорите? Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Как вкусно пахнет! Куда он идет? Если меня не обманывает интуиция, там должны быть игровые автоматы. Неужели он будет тратить время на видеоигры? Вместо помощи отцу. Дэниел, что ты здесь делаешь? Да вот решил тебе помочь. Вдвоем мы справимся быстрее, и я смогу поехать на экскурсию. Ну, спасибо, сынок. Да, я победила! Ставлю Дэниелу еще один зачет. Ты победила. Надеюсь, Гасу и Кабери повезет больше. Привет. Ты обращаешься ко мне? Я не могла не заметить, что ты очень нервничаешь. Я решила отказаться от выступления. Но почему? Тебе нужно попробовать. Ты видела, какой номер мне достался? 17! Это несчастливое число. Но ты ведь не веришь в такие глупости, ну правда же? Конечно, верю. Это предрассудки. Правда? А у тебя 13. Это счастливое число. Давай сделаем вот что. Поменяемся номерами. Сам увидишь, никакой разницы. Спасибо. Это так мило с твоей стороны. Пойдем. Меня скоро вызовут. Признай, что это было здорово. Но если ты так считаешь... При чем тут я? Так написано в книжке. Сара Джейн еще пожалеет о том, что помогла конкуренту. Не думаю. Хороший поступок всегда вознаграждается. Ангелы, друзья! Всегда вместе! Ух ты! Изумительный торт, мы его заслужили! Сегодня мы победили дьяволов! И троим нашим подопечным разрешат поехать на экскурсию в замок Горд. Я чувствую себя виноватой за то, что мы празднуем без сладкой. Да, бедняжка. Она провела целый день с Ульфусом. Наверняка ей пришлось нелегко. Она этого хотела. Раф, что с тобой? Все нормально. Давайте сделаем вот что. Подождем еще 10 минут, пока не закончится урок. Тогда сладкая сможет к нам присоединиться. И мы вместе съедим этот торт. Наконец-то урок закончился.
Как мне это надоело! Выключайся! Наконец-то я от тебя избавилась, компьютерный монстр! Проклятие! Урок закончился, а я так и не подступился к сладкой! Надо что-то сделать, пока мы отсюда не ушли! Эй! Куда это ты? А зачем мне оставаться? Чтобы быть со мной. Если это шутка, то она не смешная. В чем дело, Сульфус? Мы можем подружиться ближе. Что в этом плохого? Нет. Подумай об экскурсии. Я смогу провести тебя по замку и буду охранять тебя от злых духов. Пусть лучше я умру от страха. Уйди с дороги и прекрати эти глупости. Простите меня. Это провал. Мы разочарованы, клон. Я пытался, но это бесполезно. Сладкая меня ненавидит. Это не проблема. Блю, как ты посмела явиться без вызова? Я хочу помочь. Сладкая даже не посмотрит в сторону Сульфуса, ведь она знает, что его любит Раф. Давай поподробнее. Проблема в любви. Объясни. Любовь невозможно объяснить. Она внутри, и она сжигает, как огонь, который никак не погасить. Как же мне поцеловать сладкую? Ты не заставишь ее полюбить тебя. Но ты можешь ее обмануть, прикинувшись тем, кого она любит. И кто же это? Выкладывай. Сначала я хочу убедиться, что вы сдержите обещание. Ты получишь то, что мы тебе обещали, как только наш план осуществится. Ключ будет твой. Сладкая влюблена в смертного по имени Александр. Тогда все просто. Один укус Василиска, и сладкая будет считать меня Александром. И ты ее поцелуешь. На глазах у Раф. You've always dreamed of as a special friend, for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave for the chance.